Для того, чтобы подчеркнуть свой стиль и статус, порой достаточно небольшой, но значительной детали – галстука бабочки. О том, как добавить этот элемент гардероба в ваш образ, сейчас расскажу. Современный галстук-бабочку часто надевают на светские мероприятия, хотя некоторые используют этот атрибут и в повседневной жизни. Еще не так давно считалось, что этот аксессуар можно носить только в сочетании со свадебным костюмом или же надевать его на мероприятие в стиле ретро. Однако сегодня эта деталь гардероба приобретает все большую популярность. Ее искусно используют все современные модники. Желательно иметь как однотонные, так и бабочки в клетку, горох или с узором. Такой галстук расскажет не только о вашем вкусе, но и о настроении. Надевая галстук-бабочку, не забывайте, что этот атрибут всегда подчеркивает эпатажность и оригинальность его владельца. Поэтому нужно будет весь образ сделать стильным и экстравагантным. Например, этот аксессуар будет хорошо сочетаться с качественной белой рубашкой и стильными джинсами с подтяжками. В то же время галстук-бабочка не лучшим образом будет смотреться в сочетании с костюмом обычного чиновника. В связи с этим нужно всегда подбирать его под соответствующий стиль одежды, и вы будете выглядеть ярко и оригинально в любой ситуации. Не стоит отдавать предпочтение только классическому длинному галстуку или бабочке. В вашем шкафу должно быть и то, и другое. В общем, галстук-бабочка сейчас популярный аксессуар, который ждет большое будущее. Несмотря на свою консервативность и принадлежность к классическому стилю, он регулярно используется дизайнерами для создания новых ярких образов.